моих соотечественников. Сегодня мы проводим мероприятие, посвященное важному герою Советского Союза, летчику-испытателю СССР, лауреату государственной премии СССР Хамитхану Султану. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют представители, ветераны, летчики с летно-испытательного института имени Громова. Дорогие друзья, дорогие гости, по нашим традициям, прежде чем начать мероприятие, посвященное памяти нашим героям, а конкретно памяти дважды героя Советского Союза Хамитхана Султана и всем павшим летчикам-испытателям, которые погибли при выполнении служебных заданий. Погибшему дважды герою Советского Союза Хамитхана Султана, всем летчикам и всем нашим соотечественникам погибшим. Дуа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله رحمة الله سبحانه وتعالى сегодня у нас главное действующее лицо нашего мероприятия это гость из Амурки, заведующая музеем Хамитхана Султана Тифиде Мухтере. Саламу алейкум, хурметли ватандаштар, хурметли мусафирлер. Добрый день, дорогие соотечественники и наши гости. 46 лет прошло со дня гибели Хамитхана Султана, когда перестало биться сердце дважды героя Советского Союза, лауреата государственной премии, заслуженного летчика-испытателя СССР. Он прошел всю Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. После войны он 25 лет работал в летно-исследовательском институте в городе Жуковский, испытывал самолеты как военные, так и пассажирские. В 60-х годах Хамитхан Султан принимал активное участие в национальном движении крымских татар за возвращение на свою историческую родину Крым. Хамитхан Султан родился 20 октября, но по официальным источникам везде идет 25 октября, поэтому как бы мы идем по официальным источникам 1920 года. Он родился в городе Алуке. В Алуке жили его родители. Отец его был из Дагестана, лакец по национальности, из села Цовкра. Мальчишкой он еще пришел в начале 20 века, в то тяжелое время. Из Дагестана пешком они пришли в Крым, несколько ребят, и остались в Крыму. Султан Хамитхан, отец, он пошел работать в мастерскую бекира Садла, встал на ноги, научился рудить посуду и открыл даже свою мастерскую. Потом встретил молодую красивую девушку на себе, которой было 16 лет и которая была одной из дочерей бекира Садла. У него была большая семья, четверо дочерей было и четверо сыновей. В этом браке родилось трое детей. Старший был Амет, вторая Фатиме и третий был Имран. Но Фатиме в 4-летнем возрасте заболела и умерла. Осталось два брата Амет и Имран. Хамитхан Султан пошел в школу. В Алутке было две школы. Русская школа первой ступени и татарская школа первой ступени. В обеих школах изучали два государственных языка. Это был крымско-татарский язык и русский язык. Поэтому все проживающие на территории Крыма народы все знали два языка и свободно им владели. Хамитхан пошел в татарскую школу. Он закончил 7 классов,
по окончанию школы в 1937 году он уезжает в Симферополь, чтобы получить какое-то образование, профессию, чтобы потом тоже самостоятельно работать. Он поступает в фабрично-заводское училище, там учится год, потом идет работать на железнодорожный вокзал, помощником машиниста в депо. Параллельно занимается в Симферопольском аэроклубе, который носит имя Амирхана Султана. Симферопольский аэроклуб дал очень много героев Советского Союза. В 1939 году, в сложное очень время, в Качинской школе военных летчиков, которая находилась под Севастополем на реке Кача, готовили летчиков-истребителей. Были сначала двухгодичные курсы, но из-за того, что началась Вторая мировая война, курсы сократили до года, поэтому Амирхан Султан вместе с летчиками поступает в 1939 году в Качинскую школу военных летчиков. Вместе с ним на курсе был Василий Савин, Эмир Суинч Албаш и другие, Трещов, Долгушин. Они год вместе учатся, заканчивают и их распределяют дальше в полки. Амирхан Султан попадает в 4-й авиационный полк. После уже в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Амирхан Султан находился в небе Молдавии. Отсюда и начинается его боевой путь славы. Амирхан прошел всю Великую Отечественную войну. За время войны ни разу не был тяжело ранен. Первый год Амирхану Султану не удается сбить ни одного самолета противника, но за штурмовку и разведку Амирхан Султан был награжден первым своим орденом, орден Красной Звезды. В феврале 1942 года формируется 9-й гвардейский авиационно-истребительный полк, куда должны были входить летчики, у которых на счету должно было быть не менее 7 сбитых самолетов. На то время у Амирхана Султана не было ни одного сбитого самолета. Но по рекомендации генерал-полковника Тимофея Тимофеевича Крюкина, Амирхан Султан был зачислен в 9-й гвардейский авиационно-истребительный полк. 31 мая 1942 года, когда над городом Ярославлем нависла угроза, из города не были эвакуированы жители. В городе был стратегический завод, который изготавливал шины для самолетов. В городе был железнодорожный мост стратегический, и нельзя было позволить разгромить город и вот эти объекты. Поэтому задача эскадрильи Амирхана Султана было не допустить врага городу Ярославля. И Амирхан Султан с ведомым Борисовым вылетают. Борисов, используя весь свой боезапас, возвращается на аэродром. Амирхан Султан остается с врагом один на один. В то время уже они в феврале 42 года пересели с И-153 с И-16 на английский Харикейн. Как Амирхан Султан говорил всегда, пересели с Ишака на жеребца. Вот. И уже проводя воздушный бой в небе Ярославля, он был на английском Харикейне. Завязался воздушный бой, где Амирхан Султан применил свой знаменитый таран. И вот я предлагаю вам, очевидцев, послушать, что они говорили об этом таране. Это конструкции недавно тянули, как люди первого памятника воздуха летчика Амирхана Султана. Скромно трогательно мемориальный композит, жители тогда установили по собственной инициативе. Деньги на него собирали тоже, что называется, всем миром. В год 70-летия Победы при поддержке и инициативе Ассамблеи народов России и администрации памятник решено было обновить и дополнить. На открытие по традиции собралась вся деревня. Марии Катышевой через месяц исполнится 90. Она тогда 18-летняя девушка, была одной из первых выбежавших навстречу нежданному небесному гостю. Он, значит, упал под горой. Ну, пока наши мы подбегали, он вылезал из этого, из парашюта-то. Идет к нам, в эту, идет. А мы думали, что это немец. Все бежали, кто с граблям, кто с вилом. Он увидал, что бежит столько народу на него. Он поднял руки и кричит: «Ребята, не бейте меня, я
Бой, ставший впоследствии легендой, завязался в небе над самым центром Ярославля, нынешней площадью Труда. После тарана самолеты упали в районе Тунышны. Амитхана Султана спасла высота. С расстояния в 7000 метров летчик смог раскрыть парашют. Ветром его отнесло к домокурцам. Это то самое поле, на которое приземлился парашютист, оно за деревенской околицей, хотя версий насчет конкретного места было множество, так же, как и насчет самого немецкого самолета. Говорят, что это был разведчик, экипаж которого бомбил Париж и Амстердам. А вот как те события вспоминал сам Амитхан Султан. Тогда они вместе с летчиком-испытателем Виктором Кирсановым пролетали над Ярославлем. Говорит, я вот молодой, как жеребенок, выстрелил все, что можно было. А он летит. Я стреляю, а он летит. Как он летит? Ну, кто его знает, куда он бомбы будет бросать? Или он разведчик, что он там делает? Я не могу его упустить. И он пошел, говорит, я подошел и крылом его в крыло. Удар, говорит, все полетело и приземлился вот в этом месте, где мы сейчас находимся. А проведенный таран в небе Ярославля Амитхан Султан был награжден орденом Ленина, получил почетную грамоту от Комитета обороны Ярославля и именные часы с гравировкой лейтенанту Амитхану Султану от Комитета обороны. Часы находятся в Музее вооруженных сил Российской Федерации в Москве, вы можете здесь их увидеть. Но впоследствии почетная грамота переросла, вот если вы будете читать книги, то вот эта почетная грамота переросла в почетного гражданина города Ярославля. Вот. Он в то время такого звания не был, он не является почетным гражданином города Ярославля. Приезжали с Ярославля люди, которые занимаются этим вопросом. Также Андрей Симонов был в Ярославле, поднимал архивы. И поэтому, в общем, это уже точные сведения о том, что он не является почетным гражданином города Ярославля. После освобождения Сталинграда, Ростова, Миус-реки, наблюдая за одним из боев, Тимофей Тимофеевич Крюкин, генерал-полковник, и Толбухин, генерал-полковник, наблюдали за воздушными боями, и когда успешно завершился один из воздушных боев, Крюкин выстроил весь полк, вызвал из строя Амитхана Султана, снял свои наручные часы и со словами «За самый красивый бой, который я наблюдал за всю свою жизнь, дарю тебе эти часы». И думаю, что правительство тоже это оценит. И уже в августе 1943 года Амитхан Султан был представлен к званию Герой Советского Союза. Он участвовал почти во всех в боях на всех фронтах. Последний свой самолет он сбивает в небе Берлина на аэродроме Темпельхоф. Все летчики уже были расслабленные, сидели, праздновали почти победы, только Амитхану было не по себе и говорили: «Аметка, все уже, война закончилась, победа за нами». Но Аметка вдруг садится на самолет и взлетает, и летит. Никто не понимает, куда он летит. Оказалось, что он увидел в небе точку и летел навстречу. Оказалось, это немецкий самолет. Летчик был вдвое старше Амитхана Султана. Он прошел две войны, Первую мировую и Вторую. На его счету было более 300 сбитых самолетов. Ну, по подсчетам немецким, они по-другому считали сбитые самолеты, нежели советские. Вот. И завязался воздушный бой в небе Берлина. Амитхан Султан не уступал немецкому асу. И в конце концов, перевернув свой самолет, он сбивает самолет противника. Два летчика погибли, двое были живы. Привели одного из летчиков, он владел русским языком, в штаб, и он попросил показать летчика, который его сбил. И когда привели в штаб невысокого роста, худенького паренька, как его в полку называли, Кощей Бессмертный, за его худобу, когда он увидел 24-летнего Амитхана, он сказал: «Да не может быть, чтобы такой мальчишка меня сбил». Но когда назвали его имя, это Амитхан Султан перед вами, тогда он встал и пожал ему руку. Вот. Но есть даже версия, что он один из своих, ну, свой орден подарил Амитхану, но не знаю, насколько это правда.
Но за последний сбитый самолет в небе Берлина, это был и последний сбитый самолет 9-го гвардейского авиационного истребительного полка, полка АСАФ, Аметхана Султанова в июне 1945 года представили званию «Дважды Герой Советского Союза» с вручением второй медали «Золотая звезда». Но вручили ее только в августе 1945 года. После 1945 года получилось, что он ушел из академии, и его отчислили из воинской части. Поэтому ордена, медали уже не кормили, и погоны тоже. 2 года Аметхан Султан не мог устроиться на работу, и однажды Лавриненко шел по улице и видит, что походка знакомого человека, но по его виду он не мог понять, это Аметхан или нет, потому что были стоптаны сапоги, одежда. Но окликнув, оказалось, что это Аметхан Султан. И хочу зачитать вам, как выглядел Аметхан во время войны. Невысокого роста, коренастый, подвижный, с черными, словно завитыми в парикмахерской, кудрявыми волосами. Карие глаза, умные, внимательные, кирзовые сапоги, всегда начищены до блеска. Брюки модные по тому времени, галифе с напуском на голенище. Удлиненная гимнастерка из довоенного коверкорта и кожаный реглан. Он в числе немногих летчиков имел, летчиков полка имел реглан и почти не разлучался с ним. Вот такой внешний вид был у Аметхана Султана. Вот. Но когда он рассказал о том, что он не может устроиться на работу, тогда уже Лавриненко подключает Тимофея Тимофеевича Хрюкина, подключают Савицкого, потом Инна Владимировна Паспортникова, которая работала в ЛИИ, подключается, и они разговаривают с Громовым, который возглавлял ЛИИ, чтобы Аметхана устроили в Летный исследовательский институт. С 1947 года начинается серьезная работа и испытания. Не имея никакого высшего образования, Аметхан Султан 25 лет испытывает самолеты. У него было испытано около 100 летательных аппаратов. Он один из первых испытал сверхзвуковой барьер. Он один из первых вместе с летчиком-испытателем Игорем Шелестом в 1949 году испытали дозаправку самолета в воздухе. Вместе с Головиным они первыми испытывали катапульту. Аметхан Султан в 1951 году и до 1953 года они вместе с летчиками-испытателями испытывали самолет-снаряд. Аметхан был ведущим в этом испытании. Вот. В 1953 году всех летчиков-испытателей за успешные проведенные испытания представили званию Героя Советского Союза. Аметхана Султана представили 3-й медали «Золотая звезда». Но когда Лаврентий Берия был в кабинете у Сталина и показал генералиссимусу списки представленных наградам, увидев, что Аметхану полагается 3-я звезда Героя Советского Союза, Сталин рассердился и прошипел, как это татарина допустили к сверхсекретному испытанию. Берия объяснил, что летчик не просто испытывал ракету, но чудом, рискуя жизнью, спас ее. 3-ю звезду Героя Аметхану, конечно, не дали, это было бы уж слишком. Это означало признать, что сам факт депортации крымских татар, обвиненных в измене Родине, был для Сталина личной ошибкой. А вождь был непогрешим и не мог ошибаться. Аметхан Султан получил сталинскую премию 2-й степени и орден Красного Знамени. В 60-х годах Аметхан Султан принимает активное участие в национальном движении крымских татар. Он принимает делегации здесь, в Крыму, вместе с ними участвует на Красной площади, подписывает документы, заносит их в ЦК, регистрирует, принимает их дома. Неоднократно Аметхана Султана вызывали в КГБ и предупреждали о том, что крымско-татарский вопрос табу, чтобы он не участвовал. Но Аметхан Султан вновь и вновь встречался с ними и продолжал подписывать документы. В национальном движении крымских татар за возвращение на свою историческую родину Крым очень большой вклад и помощь оказали академик Андрей Сахаров,
его жена Булата Гюджава, генерал Петр Григоренко, которые не боялись, тоже подписывали документы и сами отправляли письма руководству. В 1970 году, 1 февраля, Аметхан Султан испытывает летную лабораторию Ту-16. Но были незначительные неполадки, Аметхан Султан сажает этот самолет. В октябре 1970 года Аметхану исполняется 50 лет. Празднуют в летно-исследовательском институте в клубе «Стрела». В ноябре 1970 года Аметхан Султан приезжает в Алупку, встречается со школьниками Алупкинской школы номер 1. Вот. Это в ноябре 70 года. В январе 1971 года Аметхан Султан приезжает в Дагестан как почетный гость на празднование 50-летия Дагестанской АСР. Это одна из последних записей Аметхана в январе 71-го Дагестана. Работает с первыми летчиками-космонавтами. И на специально переоборудованном самолете Ту-104 они отрабатывают невесомость и катапульту с летчиками-космонавтами. Любительская 8-миллиметровая кинопленка сохранила уникальные кадры. Их не видел никто. Юрий Гагарин с женой Валентиной приехали в подмосковный город Жуковский, чтобы отпраздновать 1 мая с летчиками-испытателями. Инкогнито, можно сказать, Гагарин приехал ко мне в гости домой. Вот. Ну а я пригласил, естественно, моих друзей. И там были выдающиеся летчики-испытатели, с которыми я работал. И это было вообще незабываемые встречи, безусловно. Юрий Гагарин недавно получил звезду героя и внеочередное звание майора. Но он чувствует себя немного неловко среди этих людей. Полуторачасовой полет Гагарина не сравним с мастерством и опытом собравшихся здесь летчиков-испытателей. Юрий никогда не забывал, значит, находясь среди летчиков-испытателей, никогда не забывал, кто они есть. Это дважды Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Аметхан Султан. Погибнет в 1971 году при испытаниях нового двигателя. Рядом с ним Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Сергей Анохин. В 1945 году при испытании истребителя Як-3 лишился левого глаза. Спустя полгода после этой аварии Анохин продолжил испытательную работу. Это Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Георгий Масалов. Спустя 3 месяца после этой встречи при испытаниях самолета Е-8 получит многочисленные тяжелые травмы и будет вынужден оставить летную работу. Это летчик-испытатель Юрий Карнаев. Через 2 года получит звезду Героя Советского Союза. Спустя 5 лет, в 1967 году, погибнет при тушении лесного пожара во Франции. От летчиков-испытателей напрямую зависит развитие отечественной авиации. Испытатели – заключительное звено в цепи создания новейшей авиационной техники. Их работа носит гриф «Секретно». Их профессия – ходить по самому краю жизни и смерти. Их закон – не переступать этот край. 1 февраля 1971 года Аметхан Султан, командир экипажа, и все члены экипажа, 4 человека, погибли. Нашли их только через несколько дней. Похороны состоялись 8 февраля 1971 года. Похоронен Аметхан Султан на Новодевичьем кладбище в Москве. Именем Аметхана Султана названы улицы в разных городах.
в Махачкале, в Каспийске, в Жуковском, в Крыму. Ему установлены бронзовые бюсты. Первый бюст был установлен при жизни Аметхана Султана в Алупке. Также установлены бронзовые бюсты в Махачкале и Каспийске. Также на Аллее Славы в городе Киеве, на Аллее Славы в Феодосии установлены бронзовые бюсты. Также установлены мемориальные доски Аметхану Султану. Муниципальная школа номер 1 в Алупке носит имя Аметхана Султана. В Каспийске школа номер 8 тоже носит имя Аметхана Султана. Здесь гимназия номер 2072 имеет музей 9-го гвардейского авиационного истребительного полка. По Аметхане Султане написано очень много книг, статей, снято очень много фильмов. Но два фильма, автор которыми является Андрей Симонов, который у нас здесь, это «Аметхан дороже золота» и «Воздушный лев Аметхан», я считаю, самыми удачными и такими полными и правдивыми фильмами, которые можно смотреть до бесконечности. 23 февраля 1993 года в Алупке был открыт музей Аметхан Султану. Музей открывали после того, как было принято постановление Совета министров СССР от 1990 года о первоочередных мерах по возвращению обустройства крымских татар. Были приняты мероприятия, одним из пунктов было создание музея Аметхана Султана в Алупке. В 80-х годах бывший директор Дома культуры Петр Владимирович Зеня пытался создать музей Аметхану, но ему не удалось это сделать, не разрешили. И только с возвращением крымских татар на свою историческую родину Крым в 90-х годах вышло такое постановление, и официально можно было заниматься музеем. В 1992 году я, работая с Сашей научным сотрудником в Ялтинском историко-литературном музее, начала работу по созданию музея Аметхана Султана. И уже за год были собраны основные экспонаты и вывезены из Москвы, из города Жуковского, из летно-исследовательского института, где работал Аметхан Султан. И 23 февраля 1993 года музей был открыт в Доме культуры, где было выделено помещение под музей. Там была постоянно действующая экспозиция «Жизненный и боевой путь Аметхана Султана». Основные экспонаты наши – это вещи, фотографии, книги, которые были собраны Люфе Софу, которая жила в Москве, была другом семьи Аметхана Султана. Но после ее смерти в 80-х годах все эти материалы были переданы Инне Владимировне Паспортниковой, которая работала с Аметханом в летно-исследовательском институте, жила в Жуковском. Когда я приехала к ней в 92-м году, Инна Владимировна передала мне весь материал, который она хранила 10 лет в своей небольшой квартире, и сказала мне: наконец-то я вас дождалась, и теперь могу спокойно умереть, потому что вещи уйдут по назначению. И я спросила, почему вы так говорите. Она говорит: приезжали из Франции, из Америки, с разных городов приезжают и ко мне. Я им показываю эти вещи, фотографии, и каждый из них просит отдать их. И я говорила: можете фотографировать, но отдать не могу, потому что книги, фотографии, все подписано в дар музея Аметхана Султана в Алупке, подписывала Люфе Софу. И поэтому я, говорит, ждала, когда же приедет человек из Алупки и все это заберет, увезет именно туда. Музей проработал в Доме культуры до 2001 года в статусе народного музея, музейная комната. Но за это время мы не сидели на месте, собирали, то опять-таки искали экспонаты, и я работала над отдельным помещением музея Аметхана Султана. Дом, в котором вырос Аметхан Султан и жили его родители после депортации, это уже после войны 1945 года, это была единственная крымско-татарская семья, которая жила в Крыму. В 90-х годах там жила его родная тетя Хатидже с сыном Шамилем. Одна комната принадлежала его родному брату Имрану, который тогда на тот момент жил в Алабинске, в Краснодарском крае. Мемориальный дом-музей у нас не получилось создать. Поэтому мы нашли помещение, двухэтажное здание 19 века, бывшая дача Никольской, которая принадлежала Минздраву Украины.
И с 1995 года я начала работу по этому зданию. И четырехлетняя переписка с Минздравом Украины дала свои плоды. Уже в 1999 году здание было передано из Киева в Крым, как дача Никольской, целенаправленно под музеями хана Султана. В 2001 году это здание определили на баланс Крымско-Татарского музея искусств, и музей приобретает статус отдела Крымско-Татарского музея искусств. Сейчас музей является отделом Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия. Но я доработала до 2001 года и ушла. И с 2005 года музей возглавлял Мустафаев Мустафа до 2014 года. В 2015 году я вернулась в музей. В музее у нас действует постоянно действующая экспозиция «Жизненный боевой путь Амирхана Султана». И обязательно после просмотра экспозиции мы демонстрируем обязательно фильм «Воздушный Амирхан. Дороже золота». Вот, автор Андрей Симонов. Вы знаете, у нас настолько этот фильм поражает всех зрителей, как, ну, наших посетителей, которые приходят. И настолько он, вы знаете, он короткий фильм, но настолько насыщенный, правдоподобный, реальный. И вот знаете, даже дети, которые у нас смотрят, казалось бы, ну, может, ребенок не может ничего в этом еще понять, но десятилетние дети, смотря вот этот фильм, они плачут. Значит, фильм настолько вот доступный, что даже дети его понимают. В это лето у нас был мальчик 5-летний, он специально ходил, вот с мамой пришел, потом сам я его не пустила, я со взрослыми приходить. Так приехали еще знакомые к ней отдыхать, он их привел в музей, чтобы посмотреть этот фильм и показать им, провести экскурсию на втором этаже. Вот 5-летний ребенок. Вот. 11-летний мальчик тоже вот пришел, один без родителей. Говорю, где родители? Почему ты сам пришел? Вы знаете, мне очень интересна эта тема. Вот родители что-то не очень хотят. И вот он пришел, он целый час находился в музее, рассматривал, читал, вышел и мне сказал, что ему больше всего понравилось, какие экспонаты для него самые важные. И очень понравился ему фильм. Вышел, ну, знаете, вот с таким, я была поражена тоже, ну, 11 лет. Вот. И вы знаете, часто бывает, когда вот много, человек 10, да, 15 сидят, смотрят, именно после фильма все аплодируют. То есть вот у нас вот такое вот в музее происходит, и люди, которые к нам приходят в музей, целенаправленно, вот большая часть приходят специально, зная и хотят больше узнать об Амирхане Султане. Вы знаете, это не просто так вот прохожие, там, как вот в Воронцовске лежат, просто посмотрели, вышли. Люди идут целенаправленно узнать и поделиться тоже с нами своими впечатлениями. Ну, еще хочу сказать, что после гибели Амирхана Султана в октябре 1971 года Симферопольская обсерватория Бурнашева была найдена малая планета и названа Амирхан. И только спустя годы, пройдя все международные нормы, в 2002 году Российская академия наук выдает официальное свидетельство о присвоении малой планеты имени Амирхан. Сейчас я хочу вам предложить посмотреть некоторые фотографии. Многие из них вы еще не видели, были принесены нам в музей. Вот. Значит, это дореволюционная лука. Это школа, значит, в которой учился Амирхан Султан, дети того периода 30-го года. Здание, в котором он закончил 7 классов. Вот эта фотография, вот, Андрей, я так на вас сразу смотрю. Посмотрите, первый справа с той стороны, это Амирхан Султан на коньках. Вот посередине, вот высокий парень и чуть пониже, вот, это Чернявский. Значит, он был младше Амирхана Султана, алупчанин тоже.
И по стопам Аминхана он тоже пошел в летчики. Приезжал его внук, и когда он тоже посетил нас, наш музей, сказал, что у меня дедушка лупчанин, вот у нас были фотографии, и ровно через год он, в общем, приходит к нам в музей, приносит вот эту фотографию, мы ее отсканировали, видите? И он мне говорит, вот посмотрите, у Аминхана есть коньки, значит, у них семья была зажиточная, потому что не каждый имел коньки. Вот это вот тоже фотография. Это уже Аминухин, до военных лет. Это самолеты Лавочкина с орлами. Это Восточная Пруссия. Да. Февраль 45-го года. Это Юрий Скуратов, военный корреспондент. Благодаря Юрию Скуратову мы можем видеть вот столько фотографий военного периода Аминхана Султана. Вот. Но, к сожалению, о нем очень мало информации. Это 46-й год, Павел Головачев с Аминханом. Это вот Кенан Кутубзаде, военный кинооператор, справа, который первый зашел вот с вторым кинооператором в Освенцим снимали. Вот с этой стороны, с моей стороны, первый. Это с женой. Это мать Аминхана с сыном Имраном. Это во дворе дома у Аминхана, с той стороны Имран, братишка Аминхана, отец Султан, дядя Усман по материнской линии, значит, а дядя и мать Аминхана, и его сын. Мать Аминхана, это отец и дядя Усман. Это, значит, его жена, с моей стороны, вот. Потом третья мать и... Это вот, значит, крымские татары рассматривают подарок, который они сделали на средства, собранные крымскими татарами. И это, значит, такой глобус, типа, с подсветкой, с двойным дном. На ней были две карты, карта Советского Союза, карта Крыма. И драгоценными камнями и жемчугом были отмечены места, где он получал награды. И самый большой жемчуг был на Алупке, ну, а какие города освобождал. В 1966 году делегация крымских татар из Узбекистана приехали в Москву, и официально в Сокольниках встреча состоялась с Аминханом, они вручили этот дорогой подарок. Он был из серебра и золота, сделан и в самолете, был микроувеличитель, где была маленькая фотография цветная Аминхана Султана за штурвалом. Но после гибели Аминхана подарок исчез, и как по информации находится в Америке. Это брат Аминхана Имран со Станиславом Стасиком, сына Аминхана. И Сметки. И Смет Кутубзаде, вот он у нас тоже тут сидит, со Стасиком, старший сын Аминхана. Это Аминхан с машиной. Похороны отца Султана. Мать и отец у него похоронены в Алупке на православном кладбище, но по мусульманским обрядам, так как после депортации все мусульманские кладбища были разрушены. И вот здесь две фотографии, это 66-й год, когда делегаты крымские татары вот приезжали национальное движение крымских татар за возвращение на свою историческую родину Крым, приезжали с требованиями. Вот на этой фотографии вы видите посередине там фураж второго, третьего ряда Аминхана. И вот как раз вот уже они взрослыми встретились в Алупке, Чернявский с моей стороны в шортах, Аминхан, его жена Фаина, брат Имран Аминхан. Это вот 50-летие. Вот это Богородица уже, да. Вот эти
фотографии вот я нашла в 15 году в Лукинской школе номер 1, которую вот я искала на протяжении 25 лет. Вот это пребывание ноябрь 70-го в Лукинской школе. Вот здесь Амирхан, видите, на скачках или где-то. И здесь поминки Амирхана Султана в его квартире. Это Люфия Суфу, о которой я вам говорила, благодаря которой вот у нас основной фонд вещей, которые она собирала. И это было открытие мемориальной доски в Жуковском. Здесь вот на фотографиях Кондратьев, Васин и Волцев. Это 1995 год. Мы впервые проводили на правительственном уровне мероприятие 75-летия со дня рождения Амирхана Султана. Тогда впервые к нам из Москвы приехала делегация спецсамолетом. Самолет базировался 3 дня в Симферополе. Вот, группу привез Валерий Владимирович Архипов. Вот, и 10 человек было летчики-испытатели. Среди них был герой Советского Союза Бурцев, с которым испытывал самолет снаряд. КАЗ был Муса Манаров, летчик-космонавт. Ну и вот другие летчики-испытатели. Это был герой Советского Союза из Ялты. И вот наша фотография возле Воронцовского дворца. Вот, со всеми летчиками тогда, которые прибыли на торжественные мероприятия 75-летия со дня рождения. Саво у нас. Спасибо. Спасибо большое. Это, наверное, впервые мы здесь самое такое яркое ваше выступление увидели. Я думаю, мы в частности будем вас приглашать на все наши мероприятия, которые мы будем здесь проводить. Хочу предоставить меня. Мы доехали здесь из города Жуковского, где живем, работаем. И близко и наслышки знали и помню Амирхана Султана. Значит, клуб героев города Жуковского начал в прошлом году выпускать на место награждения в городе Жуковском аллею памяти героев. Это наши товарищи, погибшие на испытаниях. И эту и первая запись, и первая страница этого аллеи памяти была посвящена именно Амирхану Султану. Я принес с собой копии записи, сделанные на студии, на радиостудии города Жуковского, для того, чтобы вы тоже поняли наше отношение, наше уважение и почитание Амирхана, потому что авторитет которого среди испытателей невероятно высок. Невероятно высок, потому что в нем была такая твердость, это такое устремление, и которое даже среди крепкой породы людей, испытателей-то непростые, значит, всегда он выделялся. Он вел себя просто, с достоинством. Кто вы такие, когда мы пришли из инженеров и из поступили в школу летчиков, испытателей, нас привлекают туда. И вдруг Амирхан Султан, когда случилась такая заминка, бывает в собрании мужчин, не хватает немного, мы молодые, хоп, сейчас мы сбегаем. А он нас за рукав, подождите, забегайтесь еще, я пойду. Вот, понимаете, вот такой человек в общении при всем том героическом, что есть. Потому что у него всегда можно было учиться отношению товарища требовательным и уважительным. Он всегда был непререкаемым мастером и авторитетом самых разных видов работ. Президент Сина просто сказала, что 1 февраля 70-го года у Амирхана Султана была аварийная ситуация. Вот Леонид Степанович был на этом борту в этот день.
его вывезли в 12 лет. Ну, как видите, это дело весело. Испытали морские, но уже не начинал вот эти. Вот так вот я был хорошо знаком с друзьями американцами, и мне крупно повезло, начались летать. Испытывали тот же самый Сарковод, которым первым принимал в небе Жуковского. Я хорошо знал Каца и патриарха Лёха Цепетаря Михаила Дмитриевича Романова, который очень много рассказывали, потому что в те времена было много возможностей пообщаться, так как в нашей авиации было много событий, которые обсуждались в такой уютной обстановке, неформальной. И Амитхан мне известен не только по личному контакту, но и несколько слов могу сказать байки, которые мне рассказывали люди, которые очень хорошо знали. Ну, теперь обо мне. Значит, первый раз Амитхан Султана узнал, испытывая силовую стажировку Яка 40-го. Это был один из первых моих полетов. Все было обычно перед этим достаточно спокойно. Но когда левым летчиком оказался Амитхан Султан, то я узнал, что такое боевой вылет из победителя Второй мировой войны. Меня завалило в кресло, еле успел дотягиваться, переключать нужные дублеры, чтобы режим записать. Он залетел на Яке 40-м, как на истребителе Второй мировой войны. Так, с земли было страшно смотреть, рассказывали. Вот. И только слышу отрывистые команды. Висковский, выбирай закрылки, выбирай шасси. Кстати, что возможно произошло и на Ту-16-м. Потому что когда в одних руках все это находится, на истребителе работаешь, а когда тяжелая машина, и надо быстро набрать, и там могли какие-то быть нестыковки. Второй раз я Амитхана увидел в деле на той самой машине, где он тренировал Гагарина. Это на 104-й. Там за один полет получалось 6 30-секундных самых эпизодов невесомости полета. Ну и все делалось на автомате, но когда Амитхан, он настолько живой человек был, стремительный, но не мог он потерпеть, он хотел потренироваться с автоматом. И сделал вручную один режим. Ну, нас все, конечно, подняло потолку, потому что никакой тут опыт не в состоянии удержать без тренировки большую машину, там 30 секунд на невесомости. И я говорю, Китинг Амитхана с двумя золотыми звездами, вот так размахивал руками, а мы думали, как будем приземляться, когда выйдет пикирование, так сказать, из этой ситуации. Мне сейчас 70 лет. 77? И то, что я 50 лет, а Амитхан проработал 25 лет, а я работаю 50 лет и езжу из Москвы до сих пор. Работаю вначале в лаборатории, докторскую защитил, так сказать, полетом испытанием. И только потому, что общался с такими людьми, как Амитхан. Действительно, это был непререкаемый авторитет. У меня есть кое-какие воспоминания, вот Андрей там. И мне крупно, говорю, повезло. И вот именно такие люди являются основой, так сказать, надежды того, что наша авиация возродится и будет достойна нашей страны. Так что я считаю, конечно, такие люди объединяют и жизнь, и смерть, так сказать. Их должно послужить объединение. Так что я очень рад, что вы меня пригласили. Спасибо вам. Thank you.